А в Национальном музее Дагестана прошла встреча героя России Магомеда Толбоева с учащимися махачкалинских школ. Место было выбрано не случайно. Во дворе музея на общее обозрение выставлен скафандр. В таких советские и российские космонавты летали в космос. На встрече дети многое узнали из истории и жизни заслуженного летчика-испытателя. Магомед Толбоев рассказал школьникам много интересного о небе, самолетах и профессии военного. И, конечно же, не обошлось без упоминания о предстоящем Дне Победы. Вы все видите, что Россия окружена. У нас нет практически друзей. У всех есть свои интересы к нам. Они боятся нас. Боятся того всегда, кто сильный. Если бы мы были слабы, то нас бы по голове гладили бы. И наши национальные богатства улетали бы куда попало. Сегодня мы за счет вооруженных сил держим нашу оборону спокойно. Поэтому нет на планете войны. Пока есть Россия и наши мощные вооруженные силы, войны не будет.